Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу поделиться с вами своими вариантами подарков на Новый год. Я расскажу, что я буду дарить на Новый год. Первое, что могу сказать, что я считаю, что лучший подарок – это всегда подарок тот, который ты сама используешь, любишь, и хотела бы, чтобы тебе подарили такой подарок на Новый год. Первое, что меня впечатлило и с чего я начну, это интересная такая кружка. Кружка с фотографией. Возможно, покажется, что это банальный какой-то подарок, но для меня на самом деле это было необычно, потому что такую кружку подарила подруга моей сестре на день рождения. Меня это очень впечатлило, мне очень понравилось, и я захотела сделать такой подарок на день рождения своему любимому. Вот, но вы можете использовать эту идею как подарок на Новый год. Вот такая вот кружка. С виду она обыкновенная, черная кружка, внутри белая. Что я очень люблю и ценю, когда все видно, что ты пьешь. Но что происходит, когда мы в нее наливаем кипяточек? Она начинает проявлять рисунок, именно такой, который вы захотите. А, так как я своему любимому на день рождения ее дарю, поэтому здесь, естественно, моя фотография со словами «Я жду тебя, мой Робби». Вот. Я ему уже ее подарила, как бы сейчас я ее наделяю своими флюидами, чтобы она была всегда с ним рядом и согревала его. Мне кажется, это очень мило. Вы представляете, каждый раз, когда любимый пьет из этой кружечки, он вспоминает о вас, и вы его согреваете своим теплом, обнимает вас все время. Это, мне кажется, очень замечательно. Замечательный подарок. И самое интересное, что когда ее моешь, и вот, допустим, попили чай, да, и холодной водой, то как будто вы моете ее чернилами черными. Кружки разных цветов бывают. Бывают они розовые, голубые. Так что смотрите, ищите, где вот такое вот чудо будет у вас. Дальше. Я повторюсь, что лучший подарок – это то, что вы использовали сами, используете и всегда рекламируете. Я об этом очень много говорила, поэтому для меня в этот раз подарки на Новый год будут состоять из косметики Tiandé. Я вам рассказывала об этих новинках, разных интересных находках моих. Я просто решила, что все мои подружки должны это использовать, кто еще не использовал, так как я не втюхиваю это всем. Просто они должны это на своем опыте все испытать. Я решила составить для своих подруг и близких людей наборчики, которые будут состоять из таких косметик. Первое, естественно, это моя самая любимая находочка. Это соль для тела из Tiandé. Просто я теперь, так как я нашла эту косметику у себя в городе, моя кожа бархатистая, мягкая, я теперь перестала использовать крем. Так что у меня много-много таких, всем взяла, так что все девочки попробуйте. Также туда, в этот же наборчик, я решила внести масочку. Эта масочка у меня тоже уже очень давно, так как у меня подружки уже все взрослые, у всех уже потихонечку начинают появляться морщинки. Так что так же, как и себе, я все моложусь-моложусь, так и своим подружкам я тоже решила вот такие вот масочки положить. Они растворяются в водичке, они стягивают очень хорошо кожу. Вот эта желтенькая, она как раз-таки моделирующая. А для тех, кто помоложе девочки, это вот какая у меня сейчас маска. Это успокаивающая, увлажняющая масочка. Тоже очень хорошая, мне очень нравится. Также, естественно, у нас зима. Я взяла увлажняющие маски, просто увлажняющие с алоэ, туда же в наборчик. Также я взяла туда гигиеническую помаду розового цвета, также из Tiandé. Она должна пахнуть клубничкой. И я люблю розовый цвет, потому что он отдает очень красивый естественный оттенок губам. Также я взяла девочкам пробнички попробовать. Это активный гель, который я сама использую. Ну, он достаточно дорогой, а у меня подруг много. И чтобы хотя бы дать возможность попробовать, что это такое, здесь на 1-2 раза хватит, просто посмотреть, что это такое, чтобы они потом себе могли приобрести. Также шампунь, который мне рекламировали от облысения, тоже пусть попробуют. Так же, как и я, мне интересное мнение, что они скажут об этом шампуне. Ну и некоторым девочкам еще блески для губ, которые я нашла, Шери Машери. Вот такая вот косметика, мне тоже очень нравится. Глянцевый цвет. Очень прикольные оттенки, очень классный запах. Кто пользовался уже, очень много в интернете отзывов об этих помадах.
очень приятный запах, причем говорят, что очень долго, прям вот сколько бы ни лежали эти блески, они что-то сохраняются очень долго и нравятся. Эту косметику вообще очень сложно найти, я нашла в Ростове в одном только месте, в интернете тоже очень как бы сложно найти, но я нашла и решила это тоже некоторым девочкам положить. Также можно использовать наборчики из Faberlic. Вот я заказывала себе косметику Faberlic, я расскажу вам об этом, первый раз заказала, расскажу вам об этом в следующем видео. И они там же подарили подарочек, вот такой вот зима. Здесь гель для душа, тоже запечатано все. Здесь гель для душа и крем для рук, увлажняющий как раз для зимы. Мне тоже кажется, что это неплохой подарок на Новый год, можно использовать. Также для ребят есть в Тиандэ вот такие вот наборчики, это увлажняющий бальзам после бритья и крем, восстанавливающий крем. У них очень красивый стильный дизайн, что мне очень понравилось, и это тоже я буду дарить своему любимому на Новый год, папе его. И туда же в наборчик из Тиандэ, тоже мне прям разрекламировали очень прекрасно, но так как я не пользуюсь дезодорантом, мне в принципе оно не нужно. Но знаю, что многие пользуются дезодорантом, и эта вещь такая, как знаете, то есть как 5 дезодорантов. Плюс оно называется, это природный дезодорант, это вот как вот кусок какого-то кристалла, его надо намочить и как бы использовать. И что у него еще? У него очень много разных свойств, сказали, то есть, да, что можно ранки замазывать, можно, то есть, как, я не знаю, антисептик какой-то использовать. У девушки там было что-то вот на слизистой во рту, да, какая-то ранка, она в водичке пополоскала, потом пополоскала рот, говорит, за один день затянулось все это. В общем, универсальное какое-то средство, поэтому я решила, что это пригодится любому мужчине, даже женщине. Вот, но надо было подарки распределять как-то, поэтому я распределила такой наборчик вот парням, другой девушкам. То есть можно сделать так. А также детям можно взять Faberlic. Вот я взяла для своего племянника. Вот такая зубная паста интересная. Также в Тиандэ продаются зубные щетки. Очень интересные. Я уже себе купила и ее распечатала. Вот она. У нее не так, как вы привыкли, ворсинки обычные. У нее силиконовые вот ворсинки. Я сначала подумала, что как она может чистить, что это такое. У девушки спросила, говорю, вы сами ей пользовались, кто продает? Она говорит, да, пользуюсь, я только вот пользуюсь этими щетками. Теперь думаю, ну дай, пробую, возьму. И вы знаете, мне очень понравилось. Я, конечно, чередую, я потом как-нибудь в видео расскажу уход о своих зубах. Я чередую это с другими щетками, но вот так вот утром вставая, просто почистив зубы, мне очень приятно ее чистить. Во-первых, она мягкая, во-вторых, она очень хорошо очищает. В-третьих, она не ранит десна. Что мне очень нравится. В общем, необычное ощущение. Мне прикалывают. Есть такие же там для детей. Вот маленькие я взяла для девочки. Также, мне кажется, стильно, но это не вошло в подарки в мои, но мне кажется, очень было бы стильно подарить вот такой вот блеск от Faberlic. Мне очень нравится. Посмотрите, какой дизайн у него офигенский. Вот такой вот он тоненький. Боже, прекрасные цвета, глянцевый оттенок. Он такой же цвет насыщенный, как вот и вот здесь. Просто нереально. Я в восторге. Тоже покажу вам, когда буду рассказывать о покупочках Faberlic, покажу, как он смотрится на губах. Также в Тиандэ есть прекрасные тени, которые тоже дают в подарок, если вы набрали много-много косметики. Я набрала очень много, и в подарок дали вот такие вот тени. Я уже некоторые цвета из них испробовала. На мне сейчас вот такие вот бежевенькие, очень красивые тени, просто которые можно наложить, да, но здесь есть очень яркие насыщенные цвета, что я даже, знаете, думала сделать дневной как-то макияж, начала красить, оказался очень насыщенный цвет, что получился вечерний макияж, что очень красиво было, и я даже сняла видео, не смогла с таким макияжем не снять видео. Как мы будем упаковывать наши подарочки? Вот смотрите, один я уже сделала, упаковала. Выглядеть он будет вот так вот у нас. Где я взяла упаковочки? Упаковочки, вот здесь можно написать пожелания всякие, я уже написала. Упаковочки можно взять в фикс-прайсе, выглядят они вот так. Стоят вообще они даже не 50 рублей одна, там было намного меньше денег. Я взяла всех разных цветов, в каждой упаковочке по 2, по 2 вот таких цветочка и по 2 бумаги. Бумага достаточно большая, получается вот такая красота, достаточно тяжеленькая.
Вот. И мне вообще, я вообще люблю, честно говоря, когда мне дарят наборчики какие-то, да, чтобы там было много разных мелочей. Потому что в любом случае что-то может подойдет, что-то не подойдет. И всегда приятно, как бы с одной вещью не угадаешь. И девочкам всегда нужны вот всякие мелочи на увлажнение, на подтягивание чего-то и так далее, и так далее. В общем, я поделилась с вами своим вариантом, как дарить подарки и что можно подарить на Новый год. Я надеюсь, что все мои подруги и близкие, кому я подарю эти подарки, будут в восторге. Вам же желаю найти хорошие, удачные подарки, чтобы ваши друзья и любимые были в восторге от ваших подарков. Желаю всем хорошего Нового года. С вами была Селена Свей. Пока-пока.